Всем, кто не знает, это известный рэпер в Уфе Леха Свеча. Еще раз салам алейкум. Алейкум ассалам. Рахматуллах ва баракатуху. Вот макфиратуху ва джамиатуху ва джаннатуху иншалла. Что как? Означает, что всем желаю прощения, милости Всевышнего, единения. Аминь. И рая иншалла по милости Всевышнего, если будет на то его воля. У вас много фанатов, которые слушали вас, видели вас, следили за вами в соцсетях, в интернете. Хотелось бы вас попросить сделать к ним обращение. Я хочу обратиться ко всем, кто когда-либо слушал такого рэпера, рэпа Свеча, вообще рэп. Хочу сказать, что вся слава принадлежит Аллаху. Вся слава принадлежит тем, кто создал вас из капли, кто управляет вашим дыханием, вашим пищеварением, тот, кто создает вас. Ведь родителям дело несложное вас создать, согласитесь. А вот как создать вот эту целую систему пищеварения мозга и из маленькой капли создать человека, вся слава принадлежит именно Аллаху. Свят он и велик. Только ему вся слава. И я исполнял рэп, когда-то это было, да, сейчас я, как и все мы, являюсь рабом Всевышнего. Желаю всем мира, желаю всем любви и довольствую его. Аминь. Альхамдулиллахи раббиль алямин.